Здравствуйте, меня зовут Ильшат Абубакиров, я врач-дерматокосметолог салона «Габриэль». Елена, сегодня мы будем делать процедуру радиочастотного лифтинга для омоложения кожи вашего лица. Мы сейчас наносим на вашу кожу специальное масло, которое содержит очень много полезных витаминов и растительных экстрактов. Сейчас мы начнем уже саму процедуру. Вначале будет немножко, может, будет чувство небольшого нагрева кожи. Процедура радиочастотного лифтинга, она направлена на то, чтобы клетки немножко проснулись и начали вырабатывать коллаген и эластин, который отвечает за эластичность кожи. Как ваши ощущения? Приятно. Тепло есть? Теплота, да. Угу. Процедуру рекомендуется выполнять примерно раз в 10-15 дней. Это интервал. Курс процедур состоит из 6-8 процедур. Эффект от данной процедуры идет по нарастающей. Даже если закончить курс, в течение полугода кожа без каких-либо вмешательств улучшается. Эту процедуру рекомендуется делать в сочетании с мезотерапией и биоревитализацией. Елена, наша процедура подходит к концу. Мы заканчиваем. Сейчас я вам уберу нанесенный препарат. Данную процедуру, ну, как я говорил уже, рекомендую провести через 10-15 дней. Эффект от этой процедуры вы уже увидеть можете сегодня, но максимальный результат будет где-то недели через две. Здравствуйте! Я косметолог салона красоты «Габриэль» Татьяна. У нас сегодня в гостях Наталья, которой мы будем делать уходовую процедуру с использованием косметики «Академии», с ампульным средством с витамином А и Е и маской для фотопарации. Для начала мы очистим кожу. Следующий этап – глубокое очищение кожи. Для этого мы используем фитогамаш Марин. Это растительный пилинг с водорослями. Теперь мы наносим ампульное средство с витамином А и Е. И теперь мы накладываем маску для фотопарации.